час. Мы не зря собрали вас. Сегодня день у нас особый. Спешит на праздник нам народ. Все очень просто. Ведь сегодня мы открываем новый ФОП. Много здесь людей трудилось. И теперь настал тот час посмотреть, что ж получилось. Но ждет, друзья, преграда вас. Посмотрите, поглядите, ленточкой закрыта дверь. Что же делать нам теперь? Правильно, надо ленточку разрезать. И я попрошу сюда подняться и за дело смело взяться уважаемых людей, наших дорогих гостей. Юрий Алексеевич, Игорь Анатольевич, Александр Анатольевич, Андрей Сергеевич и Владимир Алексеевич. Музыка. Ну что ж, ножницы в руки скорее берите. Ленточку вместе вы все развяжите. Показываем всем. Повернитесь, пожалуйста, к нам сюда. Кричим и громкости, ура! Спортивный комплекс, зайти всем пора, ножницы на них. Добро пожаловать. Стоп. 2 секунды. Ведущий. Здесь. Не переживайте. Ну что ж, пусть будет громче музыка и смех. Ни хворь, ни скука вас не одолеют. Все потому, что на глазах у всех поселок наш растет и хорошеет. Теперь нам некогда болеть. Для этого создали все условия. И просто грех теперь нам не иметь отменного и крепкого здоровья. Дорогие гости, отведав наш северонежский хлеб-соль, вы получите тот непобедимый северонежский дух, заряд бодрости и энергии. Просим вас. Пожалуйста. Да. Там освободите. Ну, ножки, наверное, да? Горячие. Больше рвите. Что, на второй фок, что хочешь? Александр Анатольевич, раздеваться проходим. Раздеваемся здесь. Раздевалочку. Повесьте. Примите у нас вам. Уважаемые гости, защищайте. Все, пожалуйста, чтобы ни кусочечка не осталось. Чтобы мы точно отсюда торопились. Завтра перед тренировкой, да? Да. Не ходи никуда. Уважаемые гости и северонежцы, сегодня в нашем поселке радостное событие. Физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена-12». Это событие стало возможным благодаря социальной программе партии «Единая Россия» по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах Российской Федерации. И мы сегодня приветствуем всех, кто пришел разделить с нами эту радость. Я представляю Ведь этот прекрасный комплекс, он
Я уверен, станет местом притяжения многих добрых, хороших и славных дел, которые нам так нужны в нашей области. Я уверен, что с помощью того внимания, которое оказано сегодня Северонежному, тем вложением, которое сделаны все добрые люди, чтобы этот праздник состоялся, этот комплекс открылся, жизнь здесь, в этих местах, должна безусловно измениться к лучшему. А у этих ребят появилась возможность проявить себя, доказать, кто из них выше, быстрее, лучше. А это самое главное. То, ради чего мы, взрослые, иногда делаем, может быть, разные поступки, но все равно видим впереди счастье и радость на лицах этих ребят. Я от всей души поздравляю вас. Желаю, чтобы то настроение, которое создается сегодня в рамках вот этого праздника, всегда царило в этих стенах, радовало вас и приносило удовольствие нам и вашим детям. С праздником вас! Следующее. На вахте, да? Получше.
Архангельской области. В городе Архангельске идет на стадионе «Труд» крытый, там будет бассейн. Я думаю, что в следующем году будет также введен крытый корт и бассейн. Да. То есть это будет введено и, может быть, несколько задержкой. Есть объективные причины. На самом деле все равно это будет, и мы уже об этом знаем. Конечно, хочется еще, чтобы это было развитие здесь, на территории. Мы рассматриваем сейчас несколько проектов, которые также пойдут в Архангельской области. То есть по инициативе депутатов местного областного собрания фракции «Единая Россия» сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы начать строительство подобного блока в Новодвинске и еще одного сооружения в городе Архангельске. На самом деле по территории есть много заявок, сразу просто невозможно все реализовать. Но то, что это живет, эта программа действует, и действует прежде всего на благо наших избирателей, на благо наших граждан, россиян, то это уже сегодня реально. Тем более сегодня приятно, я говорю, открывать вот это сооружение. День рождения партии. То есть партия еще раз доказала, насколько реальные дела полезны для территории, полезны вообще для наших россиян, для наших граждан. Я еще раз их поздравляю с большим событием и для области, и в целом по России. Каждый день рождения. Договорились. Удовольствие. Вопросы все. Все, да. Спасибо, ребята. Сзади там, на передний план. Девушек. В спортивном комплексе уже расписаны по часам. Понятно, что разгрузить его могло бы строительство новых, причем не только в Северо-Онежске, но и за пределами Плесецкого района. Так, в планах ближайших 7 лет открытие еще 11 таких же грандиозных спортивных сооружений. Евгений Нонин, Михаил Каряпин, Вести Поморье, Северо-Онежск.